Так, эксперимент небольшой подснимем. Имеется колесо пробитое. Ну, за сутки оно спускает. На следующий день приходишь, накачиваешь. Накачиваешь, на следующий день приходишь, оно уже спущено. А, и кстати, вот как выкрутить ниппель отсюда. Вот. Сделал такое вот устройство. Вот такое. Ну, проволоку так согнул. Вот так вот раз. А, эксперимент будет заключаться в заливке герметика шина. Так, выкручиваем ниппель. Вот так вот он выкручивается. Ну вот я так вот вставил его, и он выкрутился. Сейчас он уже все уже почти до конца выкрутился. Вот. Вот. Значит, заливаем сюда так называемый герметик самодельный. В составе сахар, вода, бумага. И выливаем сюда спущенное колесо. Хоп. Вот. Сколько? 6-7 кубов сюда вылили. Теперь закручиваем вентиль. Вентиль не плесет. Вот так вот он закрутился. И теперь качаем. А, ну еще надо будет проехать сразу же, чтобы там распределилось этот герметик. Накачали, хоп. Вроде не спускает. И... Следующий день прошло около 24 часов. В первый день прокатился немного. Поставил под наблюдение. Пришел, смотрим. Все, колесо как было накачанное, так и есть. Еще эксперимент удался. Эксперимент по заливке герметика удался.